Не по образованию, а по зову сердца. Марина Романова закончила медицинский, но вот сегодня на ней не белый халат. Девушку смело можно назвать бьюти-мастером. В ее прескуранте мужские и женские стрижки, перманентный макияж, шугаринг. Начала работать на дому, а сегодня за плечами собственный уголок красоты в рабочем поселке Корсун. Соцконтракт помог. Я купила рециркулятор, который сейчас нам очень необходим. Тележку, фен, кресло. Ну и все такое, этот вот сухожар, очень много мне помог, конечно, выделили нам 89 тысяч, вот что могла, все на них приобрела. Социальные контракты – своего рода соглашение между государством и семьей, согласно которому соцзащита оказывает помощь. Сбор документов и оформление не занимает много времени. Теперь при выборе мастера прекрасная половина Корсуна смело обращается к Марине Романовой. Довольно очень мастером хожу, более года уже. Мастер общительный, аккуратный, обращаюсь в стрижки, брови, очень все нравится. Помимо развития личной предпринимательской деятельности, особым спросом при заключении соцконтрактов является направление развития личных подсобных хозяйств. За 2021 год по этому направлению заключено 165 социальных контрактов. За детальной информацией для получения льготы необходимо обратиться в соцзащиту. Там же представлен подробный перечень документов для оформления. Александра Никитина и Артем Куранов. Управда ТВ.